Вот такой у меня получился козырный поводок. А как сделать его своими руками, смотрите в этом видеоролике. Всем привет! В сегодняшнем видео я покажу, как сделать отличный, крепкий и в то же время очень красивый и эстетичный поводок для своих любимцев, для своих охотничьих собак. Поводок я буду делать из паракорда. Любезно предоставила мне компания ProCord, производство Украина. Все ссылочки на интернет-магазины, на их интернет-ресурсы в соцсетях будут в описании под видеороликом. Я буду делать длинный поводок. Мне нужен поводок 2-2,5 метра, чтобы был. Я не люблю, когда собака у меня под ногами болтается, поэтому сделаю подлиньше. Ну, где-то, наверное, 2-метровый сделаю. В принципе, кому нужен поводок на 1,5 метра, ну, потребуется где-то 20-22 метра паракорда. Для плетения поводка из паракорда понадобятся ножницы, сам паракорд, карабин, иголки специальные для паракорда, я вам покажу в конце, для чего они нужны, и зажигалка для того, чтобы обжигать концы. Перед началом плетения необходимо найти середину у нашего паракорда. После того, как я размотал паракорд, беру карабин с вертлюгом. Я вот такими карабинами пользуюсь. На мой взгляд, это самые надежные карабины. У меня собака русская гончая, порода не маленькая. Поэтому вот такой мощный карабин поставлю с вертлюгом. Значит, беру два конца, делаю, на один из концов одеваю карабин с вертлюгом и ищу середину у нашего паракорда. Так вот, середина найдена. После этого я вяжу вот такой вот узел. Беру левый конец, как бы обвиваю правый конец паракорда. Потом из-под низа беру правый конец и завожу получившуюся петельку. Получается такой узел похож на лист клевера. И я его затягиваю. Таким образом. После чего опять беру левый конец, обвожу вокруг правого, из-под низа обвожу и просовываю получившуюся петельку, затягиваю узел. Узелки нужно плотно подтягивать друг к другу. Это плетение называется змейка. Вот будет получаться вот такое плетение. Ну вот, сплел 2 метра поводка. Буквально несколько узелков еще сделаю. Показываю специально для того, чтобы было понятно. Кто будет плести, сможете повторно прокрутить видео. Берем левый конец. Вводим его вокруг второго конца. Вот получается вот такая петелька. Потом берем за второй конец, обводим его вот сюда и просовываем в получившуюся петлю. Получается вот такой узел, его затягиваем. Подтягиваем аккуратно узелок к узелку, чтобы они все были одинаковые. Затяжка сильная у меня. Дальше я беру концы, обрезаю их. Накручиваю иглу на каждый конец. Берем две иголки. Теперь расправляем концы.
никакого перекрута не было. Вот у меня получается. Отмеряю ручку, какую мне нужно будет на поводок, чтобы удобно ее держать. Я большие ручки не люблю, где-то вот такая, чтобы была. Вот отмечаю. И здесь через серединку проталкиваю иглу. И точно так же в это же отверстие просовываю второй конец паракорда. Аккуратно смотреть, чтобы не было никаких скруток, узлов в этом месте, расправлять нужно все ровненько, чтобы тут подошло вот таким образом. Это получилась ручка для удержания собаки. Все плотно подтягиваю, иглы можно снять, они больше не понадобятся. Вот получилось у меня через отверстие два конца паракорда торчат. Дальше я беру и начинаю оплетать вот эту часть. Сделаю комель, чтобы было удобнее держать. Оплетаю следующим образом. Плетение называется кобра. Беру правый конец. Ложу его сверху на поводок. Затем беру левый конец и обвожу его с задней части поводка. Таким образом. И аккуратно подтягиваю. Затягиваю тоже все плотно. Вот видите, получилось такой как бы бугорик, петелька. Опять беру теперь за этот конец, ложу сверху, а вторым концом обвожу задние части поводка, протягиваю в получившуюся петлю. Теперь с этой стороны. Плотно все поджимаю, затягиваю. Получается вот такая вот штука. Вот получился такой вот комель у этого поводка. Значит, дальше что я делаю? Я разворачиваю все это и начинаю оплетать в обратную сторону. Также смотрю, вот где у меня узелок здесь выпуклый, и с этой стороны начинаю оплетать в обратную сторону. Таким же способом.
пошел в обратную сторону. Теперь здесь все расправляю и продолжаю плести дальше. Такой вот комель, за который удобно будет держать собаку. Дальше я просто отрезаю два конца и вот в этом месте их спаиваю между собой. Таким поводком уже год пропользовался. Никуда ничего не расплетается, никуда не девается. Паракорд — это капрон, по сути, поэтому сплавляется он очень хорошо. Держит нагрузку даже. Здесь нагрузки особой никакой нет. Просто здесь, в этом месте будешь держать как бы все время. Дальше этот поводок, конечно же, нужно размять, покрутить его всяко разные руки, чтобы все на свое место встали. Собачку на нем поводить. Он, конечно, подвытянется так. Распрямится весь, станет более такой презентабельный. Ну и вот, единожды сделав такую вещь, она прослужит вам долгие годы.